Тагильские кикбоксеры завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях. Всеволод Клюкин среди юношей 13-15 лет одержал победы в дисциплине «Лайт-контакт» в двух весовых категориях, а также завоевал бронзу в дисциплине «Пойнтфайтинг». Татьяна Дерновая в той же возрастной категории выиграла серебро и бронзу в лайт-контакте. В этой же дисциплине второе место занял Максим Борисов. Отметим, все участники тагильской команды – воспитанники школы Олимпийского резерва «Уралец». Соревнования проходили в поселке Ершова Московской области. В них участвовали не только спортсмены из России, но также из Венгрии.